1 и 2 ноября в Москве прошел международный многожанровый фестиваль-конкурс «Мировые таланты». Для участия в этом масштабном празднике детства и юности со всей России и стран зарубежья съезжаются самые талантливые. Всего на конкурс вышли 74 коллектива, в числе которых были и наши земляки, образцовый театральный коллектив «Персонаж» и коллектив юных журналистов «Открытая дверь». Главная цель конкурса – это выявление и поддержка одаренных детей в различных направлениях творчества, приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, поддержка талантливой молодежи и реализация их творческого потенциала. Выступления участников проходили в разных жанрах и номинациях. Руководители и сами ребята поделились с нами своими впечатлениями от поездки. Ну, я думаю, что все переживали очень сильно. Например, у меня перед номером тряслись руки. Вот прям вот так вот очень сильно тряслись руки. Ну, мы настраивались на призовое место, естественно. То есть мы были готовы, что у нас будет призовое место. Мы рассчитывали на него, мы к нему очень сильно готовились. Ну, счастья было очень много. То есть ты выходишь, вот улыбка во все лицо. То есть... счастливы мы очень были, мы очень радовались, и за персонаж мы радовались, и за себя радовались. Коллектив юных журналистов существует уже 6-й год. Ребята со своим педагогом проводят множество акций и мероприятий в нашем городе. Они творческие и креативные. Руководитель Любовь Пузина рассказала нам, как ребята попали на конкурс. Этим летом коллектив юных журналистов, так же, как и образцовый детский коллектив «Персонаж», побывали на конкурсе «Черноморские звезды» в Крыму. Мы ездили в Николаевку, отлично выступили там. У нашего коллектива было первое место, у персонажа второе. Теперь мы поменялись. И именно там, на этом конкурсе, коллектив Дома культуры был награжден сертификатом на бесплатное участие в конкурсе «Мировые таланты» в городе Москве. Поэтому мы вот туда и поехали. Так, ну, времени на подготовку у нас было не так уж много. Учебный год начался не так давно. Сценарий мы писали с детьми вместе. Какие-то идеи пришли ко мне в голову, но потом вместе с ребятами мы музыку подбирали, движения какие-то подбирали. То есть этот номер у нас совместный такой. Хочу отметить, что Алина Игнатьева большую помощь оказала. Ну, все дети очень старались. Мы изменения в наш номер вносили до самого вот конца. Вот нам уже на сцену выходить, а у нас какие-то идеи появлялись новые. Ну, мы очень довольны нашим результатом, он достойный, я думаю. Будем стараться. Теперь вот мы получили новый подарочный сертификат. Теперь нас уже по итогам этого фестиваля пригласили на фестиваль в Сочи. Мы поедем туда в июле месяце, будем готовиться и думаю, что снова не подведем. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить наших замечательных родителей, вот этих красивых детей, потому что финансовые расходы легли только на их плечи. Помогла нам администрация города Юлия Викторовна Столярова, она организовала автобус. То есть детей от Дома культуры до Волхова довез автобус, и в Волхове встретили, привезли обратно. Это была помощь администрации. Остальные расходы полностью все оплатили родители. Еще вот я думаю, что нас будут смотреть те зрители, которые помогли нам в финансовом плане в таком, что у нас один товарищ есть рассеянный в нашем коллективе. Он не донес деньги, когда мы собирали по 10 тысяч. Он их потерял, и за полдня мы эту сумму собрали. То есть люди присылали по 200, по 300, по 1000, даже и по 3500 был такой товарищ, который нам прислал. То есть мы деньги до обеда собрали, даже мы вернули деньги тем, которые у нас уже оказались лишними. Поэтому спасибо большое, поддержали. Ну, а я думаю, что мы не подвели, правда, ребят? Да. Театральный коллектив «Персонаж» знают многие наши жители и далеко за пределами нашего города и района. Руководитель театралов Екатерина Прошкова всегда на позитиве, активная и веселая. Ну и, конечно, все ее ученики стараются быть похожи на своего преподавателя. Недавно у нас состоялась поездка в Москву, за которую мы очень признательны администрации Сестрорецкого городского поселения и нашему директору. Мы сначала не особо собирались на гастроли, на московские, вот. Но потом, когда узнали, что поездка обещает быть очень интересной и насыщенной, все-таки решили согласиться. Мы возили на конкурс Карла Чапака, как ставится пьеса, наш любимый мини-спектакль «Шутка». Вот. Мы уже его повозили по конкурсам, поэтому это не было, этот спектакль не был премьерой. Вот. Но все же мы все равно всегда играем все как в первый раз, поэтому ребята старались. Я думаю, что мы показали себя очень достойно, получили
получили звание лауреат первой степени. В целом поездка была очень продуктивная, очень насыщенная, интересная. Мы побывали в музее космонавтики на ВДНХ. Также мы побывали на экскурсии обзорной по Москве. Очень было интересно, узнали много нового. Вот. И все ребята остались довольны поездкой. Очень хочется сказать спасибо родителям, которые не жалеют средств на развитие своих детей, потому что эти конкурсы очень важны для общего развития и для развития каждого из участников в целом. Будем стараться радовать вас своими новыми победами и достижениями. Многие из ребят столицы были впервые. У них много эмоций и впечатлений о Москве, ведь они побывали в сердце нашей родины. На каникулах мы побывали в Москве и поучаствовали на международном конкурсе «Мировые таланты». Там мы показывали, как ставится пьеса, и заняли первое место. Это было очень волнительно, но мы справились. И теперь это стало стимулом к новым победам. Но в свободное от репетиций и от выступлений время мы гуляли по Москве. Мы посетили Красную площадь, понаблюдали за сменой караула, погуляли по ВДНХ и любовались ночной Москвой с высоты Воробьевых гор. Нам все очень понравилось, и эта поездка была незабываемой. Мы благодарим за поездку директора Дома культуры и администрацию города Сестрой. Мы поздравляем ребят и руководителей с победой и достижениями. Гордимся их успехами и желаем им больше ярких побед в международных творческих проектах.